Существует последовательность целых чисел такая, что любая последовательность натуральных чисел является ее подпоследовательностью. Давайте я сразу объясню, что такое последовательность, а что такое подпоследовательность. Последовательность – это любые числа, выписанные через запятую. Например, 15, 29, 7, 448, 1, 7, 449 и так далее до бесконечности. Подпоследовательность получается, если зачеркнуть часть чисел, но при этом, чтобы осталось бесконечно много. Понятно? Вот, задача. Можно ли так написать через запятую числа, чтобы любая последовательность натуральных чисел была бы под последовательностью того, что написано? Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. Если есть одно нецелое число, то его просто... Какое еще нецелое? В этой позиции все числа натуральные. 1, 2, 1, 2, 3, молодец. 1, 2, 3, 4 и так далее. Абсолютно верно. Надо просто писать числа, но каждый раз, доходя до очередного натурального числа, останавливаться и начинать выписывать заново. Идея понятна? Почему любая последовательность является подпоследовательностью этой? Ну, представьте себе, что я хочу получить вот такую последовательность. 15, 29, 7, 4, 48, так далее. Очень просто. Я жду, когда здесь будет 15 первый раз. Все до этого места зачеркиваю, 15 оставляю. Потом после этого места жду 29. Ведь рано или поздно мы начнем снова, да? 29 тоже когда-то не будет. Между 15 и 29 все зачеркиваю, 29 есть. Потом жду, когда будет опять 7, понимаете? Дело в том, что в этой последовательности любое натуральное число встречается бесконечно много раз.